Кончилась зима. Федотов скучал в караульном помещении у новых триумфальных ворот и писал: «Счастлив тот, кто может довольствоваться своим положением, кто может всюду находить поэзию, а жемчуживать равно и слезу горести, и слезу радости». Близкое соседство на Васильевском острове с Академией художеств дало возможность Федотову ходить, когда выпадали свободные дни, в вечерние рисовальные классы Академии. Тут он очутился в совершенно новом для себя мире. И в 1844 году Павел Андреевич подал прошение об отставке и был уволен в чине капитана, прослужив на действительной военной службе ровно 10 лет. В первый год художник раза два-три в неделю приходил к своим старым друзьям. Иногда и они заходили к нему в небеленый печальный дом среди пустырей дальних линий Васильевского острова. Но Федотов не считал себя одиноким, он жил среди людей, любил слушать, как у соседей кричат и шумят, играют и ссорятся дети. Он жил, трудясь, жил искусством, жил верой в то, что жизнью оплачено, чтобы реальная, горькая жизнь стала на картине обещанием другой жизни, прекрасной. Художник получил письмо. На конверте было написано «Павлу Андреевичу Федотову». Под письмом была подпись «Юлия Тарновская». Она писала, что любит, что освободит его от всяких забот. Он ответил, что привык к молчанию, что ему не суждена любовь. И тогда Юлия приехала к нему сама. «Мое одиночество, — сказал ей Федот, — бедность и труд — не зло. Я чувствую, что от прекращения моей одинокой жизни кончится и моя художественная работа». «Что вы еще мне скажете? — спросила Юлия. — Я беден. Вдвоем мы не будем бедны. Я беден чувством. У меня не хватит любви на все. Я поставил на карту свое счастье, чтобы выиграть искусство. И вы выигрываете. Я не могу играть на ваше счастье. Я не могу принять от вас бесценный дар, вашу судьбу». В большой грустной комнате с окнами на север стоял мольберт. На нем недавно начатая новая работа. Женщина в черном, откинувшись, оперлась на комод. Женщина беременна. Кровать, на полу вещи разоренного вдовьего хозяйства, серебро, медь. На комоде венчальный образ и в золотой раме портрет Федотова. Сейчас это он, умерший муж. Он опять примерял свою судьбу на своей картине. Прежде он изображал себя как портретист, рисующего собачку в рисунке «Последствия смерти Фидельки», в картине «Старость художника».
муж военный, остались его мундир, фуражка. Муж убит, вероятно, в ненужной войне в Венгрии. Он не увидит ребенка, который родится без него. Вдова уйдет из дома с узелком. Картина написана о неоправданной надежде, о непрошедшей, но конченной молодости. Она писалась много раз, неделями, месяцами. Он не будет, как майор, улучшать свои обстоятельства удачной женитьбой. Сам про себя не скажет. Трудиться, лениться, так на богатых женится. Слава, говорят, дым. А Эсхил говорит, что человек – это тень от дыма. Но и для дыма нужен огонь. А дрова так дороги. Зимой леденее в шляпке гвоздей в полу, приходится работать в тулупе. А стоит ли жить? Она убегает, закинув голову. Шарф падает с милых плеч. Мать-купчиха удерживает дочку по-простому за юбку. Ты ушла, моя милая, так надо было. Живи счастливо. Любовь найди без огорчений. А я пойду погуляю, посижу у реки на камнях. После покойного Павла Андреевича Федотова остались его отец Андрей Илларионович Федотов, титулярный советник в отставке 83 лет, сестра Любовь Андреевна Вишневская, вдова, при ней дети, сын 6 и дочь 3 лет, и старшая сестра от первого брака отца. Все они устроены в городе Ростове, живут очень бедно.